Мочи, командир, пока стою. Мы, конечно, прилагаем все усилия. Вот через каждые 2 часа прочесываем поле. Вот. Сейчас будем делать разметку, еще раз прочешем. Конечно, зима не дождалась. Один день всего нам надо было потерпеть, но вот видите, что получается. Так, ну а что еще? Все рабочие работают. С природой не поспоришь ведь, правильно? Вот. Ну, что я могу сказать? Траву, конечно, вычесываем понемногу. Ну, что сделать? Подогрев работает, все нормально сейчас. Ну, вы сами видите, вот, земля не мороженая. Вот, даже можете вот посмотреть, вот, земля вся оттаяла. Ну, конечно, снег, он идет и идет. Мы не ожидали, что сегодня будет такая погода.